Рождество – праздник особый. Это время делать добро. Поэтому свой первый благотворительный проект дружный и очень творческий коллектив «Яслей сада номер 7» города Бреста назвал просто «Волшебство на Рождество» и пригласил разделить праздник своих самых близких друзей. Цель – не только подарить воспитанникам праздник, но дать возможность взрослым окунуться в атмосферу волшебства. Посмотрите, какое счастье, радость в глазах у детей, какие позитивные эмоции. Ну и, конечно, сказка. Сказка для детей – это все, это развлечение. Это лечение, это развитие, это образование. Поэтому сказка продолжается, как и наше волшебство на Рождество, так именно называется наша акция. Ну и мы надеемся в будущем, что это первая, конечно, наша акция, но она будет традиционной. Общественные организации, частные предприятия Бреста подарили детскому саду развивающие и обучающие игры, конструкторы и спортивный инвентарь. Образовательный центр «My Baby» – сладкие подарки и наборы для творчества. Управление по образованию администрации Московского района – 7 специальных кресел для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Брестский театр «Напротив», областная филармония и вокальная студия «Семь нот» организовали и провели для малышей интерактивный спектакль «Волшебная перина». Наша задача, в первую очередь, чтобы каждый ребенок побывал в сказке в эти новогодние рождественские праздники. То есть, ну, это каждый ребенок должен верить в чудо, и, наверное, взрослый должен верить в чудо. Поэтому дети ждут Деда Мороза, дети ждут какой-то подарок. Поэтому пускай эти подарки детки получают. Я считаю, что это самое главное, чтобы дети радовались подаркам, которые им дарят, чтобы дети радовались жизни, чтобы они понимали, что они нужны для общества. Сегодня в учреждении дошкольного образования получают знания почти 400 малышей и большая половина из многодетных семей. Созданы 4 специальные группы для детей с особенностями развития. Поэтому благотворительный проект «Волшебство на Рождество» – это хорошая возможность для предприятий и организаций Бреста принять участие в марафоне добрых дел и оказать помощь учреждению и его воспитанникам. Наше предприятие «Брест-Облгаз» считает очень важным для себя проводить такую социальную работу как с детьми, так и взрослыми, социально незащищенными слоями населения. Мы активно участвуем во всех республиканских и областных акциях, мероприятиях. От сердца к сердцу, соберем детей в школу. Вот сейчас наши дети тоже мы активно участвуем. И мы оказываем спонсорскую помощь. И как у нас есть подшефная школа, 31-я в Бресте, так и другим школам, детским садикам, в которых дети нуждаются в подарках, в защите. Ирина Шиванович, Щербан, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.